Hey, приветствую, дорогие друзья, с вами Айн Грей. Я надеюсь, что сегодня ваша душа станет вместе со мной на теплей с игрой Vandal Hearts 2. Я надеюсь на это, что хоть чуть-чуть станет теплее, да. Так, мы продолжаем смотреть, что вообще у нас тут к чему. Вроде как я уже заходил в эту локацию, но почему-то мне дают в нее еще раз зайти. Максимально странно. Сюжет продолжается, поэтому все в порядке. Прибыли рыцари. Что это объясняет? Означает, объясните мне, сэр Якоб. Я вам все поясняю. За вероломное убийство короля Франца ты будешь казнен. Нормально. Но я нет. Ты хотел убить короля Франца. Мы не позволим ожить этому зомби. Но король, даже король Никола хочет этого. Ты удивительно непонятлив. Если эта кукла появится вновь, кто потеряет больше всех? Король Никола. Это же уникальный случай, чтобы избавиться от несносного Клеуса. Как ты смел? Эй, довольно болтовни, ладно? Вам обоим пора умирать. Нихухры себе. Хо-хо-хо. Что с этой служаночкой не так? Что ты собираешься сделать? Джеки Чаныч. Минуточку. Что? Кто ты? О, Мария, это ж она, да? Получилось, отлично, капитан Агресс. А, нет. Агресс? Агресс, хитрец? Второй по рангу в бригаде рыцарей Белого Дракона. При этом по виду ей будто бы лет 17 или 16. По картинке. Капитан Агресс? Женщина? Ты уйдешь отсюда, ни с чем! По-моему, они капитана Агресса сейчас порубят. Ты будешь ничем без Франца! Осторожно, ваша милость! Да его похер вообще-то. Ваша милость, отойдите, пожалуйста. Да, я понимаю, я отойду назад. Ваша милость. Дурачок. Черт, ты поплатишься. Да, мы теперь полюбили этого парня. Всем сердцем. Ну, тоже можно понять. Действовал реально как знатный такой парень, который не хотел, чтобы семья упала лицом в грязь. Во время всех этих событий, типа предательства условно, одного короля. Хотя этого короля при этом он тоже все равно защищал. А, Мари... Минуточку, Марии не было с нами. Агресс 169. Ну, я бы не сказал, что она какая-то лютая и так далее. Но все-таки у нас новый персонаж. И, возможно, даже не гостевой. Amazing. Просто. Йоу. Твою. 450. Holy shit.
Ну, их не так много, но, блин, два мага подряд. Четыре летающих. Ебать. А можно не надо? Начнем. Как минимум, первое у нас будет тренировочное, я так понимаю, да? Так, сюда спускаться, значит, тут драться точно нельзя. Нам дают как вариант подняться сюда. Чтобы иметь немного преимущества. Попробуем. Если враг все равно пойдет к нам. Они, судя по всему, пойдут к нам. Старичок пока просто сюда подходит. Да, они пойдут. Хи-хи. Отлично. Ну что ж. Тогда... Ты тоже все равно за спину, потому что ты дохлик. Формируем стену щитов. И... Кстати, да, я Марии не заменил, потому что я там вспомнил, что... Вот этот красный щит естоты вообще никак не увеличивает. У нее и так они настолько макси... Я так понимаю, что именно левелы позволяют статы увеличивать. Блин, столько прекрасных женщин, а графика такая, что ты их прекрасности никак не можешь заметить. Так, ты пойдешь вот так вот, пока что, а Влад просто за спину. Фигак у него копье. Мощное. Ну, по сути, конец хода. Все, что я хочу, это ждать врагов, получается. Забавно, как рыцари по перилкам ходят. Типа, пофиг, пошли гулять. Ну, это пока наилучший, конечно, вариант. Потому что там потом, скорее всего, пойдут еще другие враги к нам. Два сундука сразу же видны. Так, есть ли здесь место, где будет что-то скрыто? Это тоже нам нужно знать. Минуточку. Да. Ваше магичество, давай ты сюда теперь. Ага. Сволочи хотят именно нашего мага напипикачить. Тогда, ну что ж, стена щитов разрушается. Нам нужно идти помогать им. Блин. Ну-ка посмотрим, как они сами могут себе помочь. Этот уже хочет с этими разобраться тоже. Гаддем, почти. Тогда ты его добиваешь. Я думаю, в этом есть логика. Logical. Как сказал бы Спок. Ой, как хорошо. Кис-кис-кис, мур-мур-мяу. А, ну она, скорее всего, гостевой персонаж. Хотя у нее есть экспа. А, нет, экспа у нее 0-0. Да, значит, она, скорее всего, гостевой. Здорово. Так, тут мы хороши весьма. Блин, на самом деле, топор в итоге слабее все-таки меча, поэтому... Ради разнообразия я его-то взял, но по факту, ну его бы нахрен. Отлично. Остался один, так что все весьма неплохо. Что не пойм... Все, летающие сразу же выходят. Хотя маг тоже, на самом деле, очень близок.
А, кстати, маг, если имеет хил, он, может быть, хилить будет этого парня. Поэтому давайте вот так вот подойдем. Нет, значит, мага хила нет. У мага хила нет. Ну, так какой-то у него еще и эффект молнии у меча. Агресс. Ну да, не скажешь, что имя прям женское. Нихуй хрясь себе, маг. Так, главный герой, кстати, доходит. На самом деле, как-то пока мы себя слишком вольготно чувствуем, что ребята эти все подходят, к нам подходят. Не пойми вообще, что будет на следующий ход. Особенно с учетом, что летающие плюс еще на нас заходят. Кстати, сильно весьма. Весьма сильно. Так, можешь позволить себе добить мага? Если можешь, то это вообще великолепно, на самом-то деле. Что никакой массовой херни в нас не полетит на этот ход хотя бы. Так, а кто у нас в хиле-то нуждается? Лира, да? Давайте вот так ее хильнем. Надеюсь, я ж на нее попадаю. А, да, тогда бы магия вообще не сработала. Ну, анимация не сработала. Так, хорошо, все в порядке. Мы ее захиляли. Не на фул, конечно, но тут уж чё как. Так, с Влад. Ты какой-нибудь сюда пока. Да, там еще один есть маг, но хотя бы от одного мы точно избавились. Так, Лира хилится. Проблема, конечно, кто будет ходить. Если опять этот чертилка, то по факту он должен бить спину главного героя. Понял. Почему-то ходят теперь вот эти парни. Ну, сильные они, кто бы сомневался. Я не сомневался. А теперь ходишь ты. Хотели они именно эту мадемуазель добить. А нет, она опыт получает. Это был 0-0. Не, ну если новый персонаж, то я не против. Я не против. Угу. Левелюп. Уху-ху. Так вот доходит. Минимайзер. Мимо. Это уменьшение, что ли, какого-то? Потому что ну, очень странно, что магия промазала подобное. Ну, то бишь, это наложение эффекта, блин. Блин. Причем сразу же может на группу она это сделать. No fucking shit! Бедная, кто она там уже успел забыть? Крес. Имя такое, конечно, странновастенькое. Странновастенькое. Так. Давайте ее похиляем. Блять. Да серьезно. Ой, обида. Да, Грес, ретрит. Не очень разговорчивая, мадам. Ноль севен. Херово. Херово. Так. Не знаю, ты пока, наверное, на месте стой. Откуда-нибудь здесь.
Так, лучника можем вообще кого-то попробовать мочкануть? Да, вот тебя попробуем. Ну, на самом деле, да, не особо. Да ничего не попробуем. Кто у нас еще ходит? Влад, Цепиш. Да, вопрос есть, конечно, кто здесь. Понятно, что кто-то будет ходить Марию пинать, но кто? Так, ну раз Марию пинать, то хотя бы вот так вот сделаем. Я и забыл про него. Ох, твою мать. Сейчас он нам так нагадить может. А? Привет, карлик. Да. А у меня, скорее всего, особо и нету ничего такого, да? Крепкоштат, антисоня у меня только есть, и дракон дыхания. А, он, собственно, вообще ничего делать не может, да, у него ведь оружие пропало. Короче, он бесполезен. А лучник это за что? Хренаж себе. Вот это залет. Здорово. Я так понимаю, для этого левел-апы здесь и нужны в этой игре. Да. Чтобы иметь возможность именно статы повышать от предметов при этом, а не от уловней, блять. Что происходит? Что происходит? Что-то как-то неожиданно, знаете, вроде бы супер легко начинался бой, а теперь мы что-то в такой жопе начинаем оказываться, что прям шок-шок-шок. Шок-контент. Давайте здорово попробуем юзнуть. У нее, кстати, еще знак восклицания. Я так понимаю, она какую-то фразу в игре может сказать, если будет драться с этим челом. Пятьдесят. Маловато, на самом деле, конечно. Крайне мальювато. Мальювато. Так, следующим будет ходить опять маг вражеский, блядь. Как же это проблемно уже сейчас даже, банально. Это, представляете, мы на халяву убили по факту предыдущего мага. Это ж реально было на халяву. Сбили ему атаку. Правда, конечно, этот все равно будет тоже что-то делать. Что, правда, он, скорее всего, Лиру будет пинать, мне кажется. Или лучника. Тогда, возможно, лучника будет попинывать нашего. Блин, я протупил, господи, нафига я так атакую? Ладно, пофиг, Ридик, добиваешь. Мастер анусного копья идет в бой. Нам теперь Ридика нужно будет на следующий ход активно использовать. Так, тебе нужен хил? Тебе, в принципе, нет, не нужен. Нужен только тебе. Потому что по факту мы лишились агресс и Влада. Так понимаю, Влад теперь все бесполезно до конца хода. Хотя...
Сон развеивался, но я не знаю, может ли это развеять состояние. Я забыл, кстати, что еще и Гилти нужен хил. Ну ладно, мы его хильнули. Хотя бы так. Хотя бы так. На, плюс Лира лишилась всей магии, так как топорами она не пользовалась. Так что идея с самого начала была провальной. Нужно ей будет меч какой-нибудь вернуть. Точнее, не какой-нибудь, а купить вот этот последний, получается. Ну что, Влад, пищалка. Давай. Ты хотя бы отвлекать внимание, я так думаю, можешь. На перилку и полетишь в ту сторону. А у него ж магия, да, понятное дело. Буреломус. Охренеть. Первый раз видим. Ебать, почти 100 хп! Не, нам с такими темами придется забыть, наверное. Не, попытаюсь его забрать, само собой, не переживайте, там не хватайте за сердце. Но ёб твою мать, Буреломус, какая же это... У нас и хило даже рядом нет от такого дерьма. Зигрыва. Жесть какая-то, жесть. Просто жесть, друзья. Это просто жестучайше. Охренеть. Ну, Влад теперь точно должен как-то попытаться на себя что-нибудь отвлечь. Иначе, ну, это нам просто снесут кабину, мне кажется. Такой херней. Это ж мы вообще ни разу не отхиливаем от такое заклинание. Ну, кстати, что прикольно, довольно много нового показывает нам в этом бою. Влад героически встает. Да нет, радиус маленький на самом деле. Хоть нам это дает, по сути, преимущество, тот балкончик, но небольшое совершенно. Да. Ну ладно, что поделать. Из-за сундуков мы все-таки должны пытаться. Да ему пофиг, в принципе, он прошел мимо и сейчас опять ебанет по ним. По ним. Жесть. Опять эти трое. Страдальцев, блядь. А кто-то вообще выживает там? Да. Блин, нам надо как-то его в клещи брать, что ли. Может, он тогда не сможет хотя бы так на халяву кидать это заклинание. Здорово, гнида. Мы, конечно, похилим его протау вместе с остальными, но... Кровавый рыцарь Якоб. Так, странно видеть тебя опять. Почему, интересно? Что тут странного? Вот и знак вопроса. Проверим, должна ли она какую-то фразу... Потому что у Вильяма не было, но он сказал. Тогда непонятно, что значит знак восклицания. Возможно, она что-то может сделать в этой локации или даже найти их. Ну, игра никогда это никак вроде не объясняла. Я не помню подобных вещей, поэтому... Фиг его знает. Хилим всех, кого можем. Скорее всего, ради сундуков. Хотя как ради сундуков? У нас Вильям почти сдыхает. Мы сундуки, скорее всего, просто посылаем в жопу. Если по... Блять. Ну, регена Вильяма должно, возможно, хватить. Если не хватает, то... Я переигрыш этого боя записывать не буду, если что, друзья. Просто запишу победу. Потому что, ну, по факту мы и так выиграли. Мне, в принципе, сейчас все равно не хватало, конечно, его добивать. Но за Вильяма, видимо, нужно было подойти и просто хилку юзнать. Вот это ошибка получается. Хотя, по факту, мы можем это сделать сейчас, наверное. Непонятно. 90... Он ровно вроде 97 отнимает. Да, мы просто как-то за Вильяма отходим, потому что он будет, скорее всего, в него именно давать. Юзаем траву.
А этими просто его добиваем. И хрен с сундуками этими бы. Ну, что-то бердятина полнейшая. С таким уроном. А хилок-то в игре ограничено. А этот в жизнь не долетает. Ему еще 2 года лететь. Представьте, чтоб все еще плюс забрать, это же охренеть. Че по мане? А мана у него, кстати, конь. Блин, ну если мана кончилась, то может быть, конечно. И стоит попробовать. Ладно, давайте попробуем, если у него реально мана все. Нужно было, скорее всего, нужно было его окружать и за все хилки, получается, юзать. Единственный вариантец. А щитом, если, кстати, я продамажу, сколько будет урона? 14. Охренительно. Бочину залетает как надо. Ну что ж, друзья, хотя бы тогда сундуки попробуем. Посмотрим вообще, как оно. Варианты какие будут у нас. Мы еще не знаем его урона. Лютого, вероятно, при этом. Так, ну ладно. До этого ты уже доходишь, то уже неплохо. Что ж тут такое, что прям мы должны были открыть? Ценой почти что всей команды получается. И это было... Блять, вы серьезно? Просто очечки, фасетки нашел. Ой, меня это поражает в этой игре. 102, да, тоже какой-то эффект у него срабатывает. Охренеть. Так. Ну шо, протау. Еще есть чем хильнуть? Давай. Своих не бросаем. Тупо не бросаем своих. Нас тупо воинский отряд. Просто такой прям. Мы слаженные, мы дружные. Мы брат за брата, всюду взято. О, капец, как тебе долго лететь. Ой, какие люди, да? А, нет. Я думал, будет героя бить. Как выясняется, нифига подобно, ага. Ему наша девочка понравилась. Наша девочка? Ух ты ж твоя. Кстати. Старше. Есть хилы? 1. Тогда станете спина к спине. Я вас подзахилю, подзахерю. Подахерю. С того, какой урон по вам проходит. Ну и тоже щитом, чупы нет. Хотя бы опыт за это будет давать. Так. Ну, в принципе, открываем сундук. А, в общем-то, мы тебя и добивать можем. Он все равно сейчас пройдется. И уже пошел взад. Пошел он взад. Ну что ж, возможно, во втором сундуке будет сейчас ультра-имба какая-то, которую прям мы должны... Хотя, не, ни хрена не будет, на самом деле, согласитесь. Открытые сундуки, тут параша. Это плащик, который, скорее всего, у нас был уже. Да. Ах, херня.
Ну ладно, хотя бы все-таки мы Марию спасли. Так, нет, все, хватит. Пора с этим кончать. Я сказал кончать. You fucked up. В общем, отправят нас в далекие кипящие страны. Тут будет минус, так понимаю, за двоих. Да, то есть это уже засчитали нам как члена отряда в бою данном. Леон, держись. Отец, я был идиотом. Это моя вина. Леон, не говори ничего. Отец, я горжусь тобой. Я всегда уважал, любил тебя и гордился тобой. Но чем лучше ты становился, тем грустнее было мне. Грустнее, нихуя себе. Я тоже хотел однажды превзойти тебя, но не сумев, я всегда желал помогать тебе. Но я не смог этого. Моя поспешность привела нас к этому. Да ладно. Ну ладно, Леон, довольно. Отец, его милость в безопасности. Твоя расторопность спасла его. Ты вел себя очень отважно. Я горд за тебя, Леон, мой сын. Я рад, Милос. Леон! Леня! Я принесу Джаброни аутфит. Всем грустно. Хотя секунду назад он, в принципе, был против них. Спасибо за мудрую фразу. Тут про пути Господни. Это закончилась вторая глава. Я, блядь, я уже и забыть-то успел, что тут вообще есть какие-то главы. Я только сейчас, получается, да, вспомнил. Год, святой год, 997-й. Гражданская война в Натрии. Ну, между, в общем, восточной и западной Натрией получается. Да, говорят, что король Франц вернулся. Восточная Натра и западная, типа под лидерством дюка Клейта и барона Протао. Харизма короля Франца. Тебе такое вдохновляло людей. Какая нахрен там может быть харизма? Ну, по факту его ж просто используют, чтобы дальше разжигать горнило войны. А что в этом хорошего, я, честно, не сильно понимаю. То есть, ладно бы он даже был бы в своем уме, но даже если бы он был в своем уме, если так задуматься на секундочку. И, как видите, 100 раз отключить мышку. Получается, что все равно все, что бы делал король, просто бы дальше бы устраивал бойню и гибли бы люди. Просто из-за того, что он хочет быть коляльком. Я хочу быть коляльком, поэтому давайте сдохните. Долина Зопарт. Городабул. Так, город Наска. Не знаю, надо ли нам на самом деле сюда идти, вопросец. Давайте сходим в ларек. Да ёб вашу мать. Хватит. Так, новое оружие, кстати, не появилось? Нет, палач.
У нас один, получается, есть. Мы его Лире переведем. Тут, кстати, всякие копии и так далее у нас. Тут тоже всякая херни навалом. Боже мой, вот же это говно продавалось. Просто и бы... Слушайте, ну, а в чем смысл эти сундуки, мне интересно, открывать? Если здесь все равно, мы как бы мы то же самое, так или иначе, найдем. Я вот этот момент, конечно, не сильно понимаю. Ой, башка уже перемерзла. Так, снаряжение. Передача. Теперь снаряжение. То есть, если мы все равно эти предметы могли купить, типа, просто, чтобы не тратить вот эти вот злосчастные, там, сколько, 6 тысяч, да, в принципе, у нас спокойно их хватает. Так, смотрим, кому надо. Так, тебе нужен меч. Это у этой-то? Да, ну... Окей, мы ее оружие отбирать не будем, хотя, конечно, хрен его знает, насколько она с нами. Так, про Тау тебе ничего не надо, Гилти тоже в порядке, ты в порядке, агресс, ага. Охренеть, охренеть, женщина. А ей даже и нечего, ну, защиту можно ее увеличить, допустим. А, это у Вильяма. А вот нифига ж себе защита, оказывается, может быть. Это давайте лучше у Вильяма отберем, а ему тот плащ передадим. Так, вроде как отлично. Агресс у нас тоже есть. Угу. На самом деле, что-то я не думал, что уже будет хоть какое-то увеличение команды. С одной стороны, это забавно, на самом деле. С другой стороны, если так подумать... Ну, давайте хотя бы эхомет. Я что-то как-то даже не знаю. Огнетанца, двойная рана, допустим, наверное. Будет два огненных заклинания хотя бы у нее, окей. Будет девочка с огоньком, будет у нас. Ну, по сути, получается, это и все. Эквипмента нового у нас нема, поэтому все, поперли. Что у нас тут? Долина Зопарт. Главное, чтобы это не была долина Запар. Если будет запарная долина, то как-то так себе. По моим ощущениям. Зопарт. Ах ты долина. Южная долина. Мы только что закончили. Создавать центральную натру. Но все равно гоняемся за бандитами. Хватит ворчать, Пайк. Нам надо это сделать, чтобы сконцентрироваться на востоке, на западе, когда придет время. Ты так думаешь? Да, и бандиты, за которыми мы гонимся, чрезвычайно жестоки. Они прячутся в своем логове, в горе Дабол. Мы не можем позволить им разбойничать. Ну, Агрис. Что не так, Агрис? Рак. Пардон. О, как бы я пришел. Рецепты натуры. Если они идут к горе Дабол, они могут найти наше убежище. Но только если найдут. Не знаю, почему я так решил вас мучить. Нихлы на себе. Сентл Натвы. Охренеть. Чё тут происходит, ёб твою... Жлоб. Охуенное имечко, блин, ты себя выбрал.
Какая странная локация. Давно, кстати, давно у нас не было этих локаций. Я только... Как же мне не нравятся вот эти локации супер многоуровневые. Так, ну по факту нам нужно идти сюда, наверное. Господи, ни хрена ж все тут мечи. Просто бензопила целая. Читуни, кстати, довольно хорошие для бандитов. Ну, в общем, в эту сторону нам нужно, я так понимаю, идти, потому что... Да-да, потому что мы тут здесь должны будем еще спуститься и сразиться этими тремя. Хотя они сами к нам пойдут, когда мы угандошим всех, кого надо. Так-с. Агресс у нас щитовик, поэтому... Чем ближе, тем лучше сразу же. Да и вообще в сеть, наверное, чем ближе, тем лучше. Хотя хрен его знает. Блин, я этих случайно просто местами поменял. Ну ладно. Так, слову и делу. Они быстро довольно-таки спускаются, надо сказать. Вот этот пока нет. Вот эти секир башка. Да, если мы сюда спустимся, они уже по агресс начнут барабанить. Так, давайте тогда мы просто за лукаря сходим первым ходом. Следующим за мага. Бумага. Вот добивать, но нам точно нечего, потому что отсюда мы продамажить не сможем. Здесь условности, они супер условные. А если интересно, мы вообще заблокируем вот этот проход вниз, им получается, что они просто стоять будут и ждать, пока мы их магией обстреливаем или как? Кстати, получается, так и будет. Прикол. Это интересный прикол. Давайте попробуем. Хотя бы реально что-то необычное будет у нас. Если это реально, опять же, получится. Дракона рана почему-то 0-0 вообще. Непонятно. Ну, допустим. Зачем тогда у агресса заклинание, если она не может его юзать? Или, может быть, конкретно для этого заклинания нужно, чтобы был именно красный элемент? Ну, или точнее, красная стихия огня. Так. Так, ну это все хилище. Торгудоктужа. Да. Окей. Так мы их уже и валим, по сути дела. Разве нет? Тупо с помощью заклиналок просто изничтожили. Ну, это такая, знаете, миссия, типа, после окончания главы нам дает что-то простенькое, без сюжета, как обычно. Просто вот именно поволтузиться с бандитами. Так, а как ты вообще ходишь на следующий ход там? Ты можешь дойти до наших пацанов? Да, по факту. Наверное, кстати, и дадим ему дойти, почему бы и нет. Заодно сразу хотя бы будем знать, куда он припрется. Ну, кстати, то, что нам дали лишнего члена партии, это значит, что бои дальше будут еще тяжелее. Потому что в данном бою, к примеру, я прям пока какой-то тяжелости особо и не вижу. И противники здесь легонькие. Вот то, что вот нас наебенивать здесь будут, скорее всего. Тут максимально неприятно. Ну да, все, что он может, это пойти и, получается, Марию продамажить. Так как она бочиной к нему стоит.
Ай, господи, серьезно, вы все решили промазать, да? А вот так, если бы получится достать... Твою мать, что ж ты будешь делать? Вообще-то рассчитывал, что Влад попадет. Таким образом мы сможем хотя бы продамажить его. А тут еще и маг решил начать выступать против нас, против нашей делегации. Так, ну тогда давай ты сюда сразу залетишь. Или не надо было этого? Хотя нет, это пока далеко. Это пока все равно далеко. Да, мы бы его, в принципе-то, и добили бы. Смотрите. Где он, бандит? Гилти лука у него попадает. Если Влад бумага попал. Вообще на изи бы добили, а теперь нам нужно пытаться какими-то заклинаниями его выцарапывать. Но огнетанец-то вроде ж... Да-да, это 20 где-то урона. 23. Окей. Окей, чич. Он был на самом деле сразу. Тут же где-то около 40 отнимается, если не ошибаюсь. Окей. Мы хотя бы в целом добили троих, не получили урона. Правда, это ничего не значит. По предыдущему бою нас вполне могут неплохо так напинать. Опять же, при желании. Так, а кто еще не ходил? А. Господин Брон. Мне кажется, знаете, возможно, барон от нас уйдет, но это будет печально, у нас не будет хиллера. Хотя, может, кого-то вместо него дадут. Тоже сомнительно. Так, зона хода. Но ему нужно будет спускаться... Ну, я не знаю вообще, куда он захочет, чего он захочет. Я в этом плане вообще хз, поэтому пока двигаемся как можем. Ему, само собой, все равно нужно спускаться, чтобы нас дамажить. Парализер. Охренеть. Бабочка-монарх. Ход только на лиру, да, сработало? Да, но, походу, парализер... Она вообще ничего не может. Ну, тогда все. Тогда, походу, теперь понятно, что такое парализер. До свидос. Агрис жесткая, надо сказать. Так, ты походил. Ну что, остальные ходят? Потому что прота вроде так и нету ничего, чтобы хилить эту херню. Надо такие другие, может, посохи ему, конечно, покупать, чтобы, ну, что-то новое изучать. Эти сами к нам пойдут. В принципе, их тоже не сильно устраивает сидеть на месте. Тогда только хорошо, что нам не придется переться к ним. Тем более, что у нас как минимум временно минус один человечек. Как удачно они сундучки-то установили, чтобы прыгать там. А могу я за тебя закончить ход? Вообще за тебя ничего не могу. Понял? Понял, принял. Да, этот здоровило-то собирается долго к нам топать, я так понимаю. Пробуем так сделать. В принципе, Ридик-то... Ах, господи. Ребаный Ридик. Ридик!
Поешь гамна с такими атаками. Ладно, Агрис у нас точно ничего не боится. Мария, в общем-то, вместе с ней. Ну вот главный герой подсыкивает, но он такой, он как бы осторожный. Он просто не хочет давать врагам шанса. Поэтому он так немножко... В стороночку. Аккуратно, чтобы, знаете, ни на кого не попасть. О, меч-пила пошла в ход. Точно, это бывший лесоруб, я понял. Он стал вот на путь воина. 8-8-8. Так. Чё ты у нас сюда зайдёшь, чтоб меня продамажить, так понимаю? Чё? А, у него дальний приём, он кидаться будет. А. Серьёзно вообще? Можем как-то? Никак не можем. Чё, серьёзно? Мы никак ничего не можем с тобой сделать. Неприятненько. Неприятненько, надо сказать. Так, тут пока что создаем что-то на вроде стены щитов. Ваше пердосиятельство. Да, конечно, вот эти вот супермассовые заклинания. Они порой в этой части очень сильно меня пугают. Капец. Как бы круто, но хуйня. Одновременно. Кто бы сомневался. Да, все-таки они не постоянные, но это, с одной стороны, хоть что-то. Так, Лира тогда в бой. Че он, интересно, удумал? Пошел в жопу. Так, Риддик. Комцухир. Комцубаза. Целый левелап. Кстати, а блин, ты что, по сути... Да, ты ж тоненький персонаж, не тоненький. Ты ж на тоненьком. Нет, имеется в виду, что он-то не тяжеловесный. Он, по сути, должен спокойно такие места проходить. Он далеко не тяж. Так. Стена щитов, наверное, или не нахрен. Блин, там так много врагов, и сейчас мы пойдем в разнос... Хотя нет, им долго подам. Может быть, кстати, и пойдем тогда в разнос. Возможно, тогда это не такой уж плохой план. Тебя как минимум за спину заходим. Хотя... Может быть, все-таки и плоховатый. Черт возьми, не знаю. I don't know. Сейчас-то преимущество мы получим за счет того, что вот мы... Заходим в спину, в задницу и так далее, и пробиваемся. Вот на следующий ход у нас то преимущество явно не будет. Будет преимущество явно у них. Хотя можно предположить, что они Агрис будут пинать. Она им определенно, опять же, не нравится. Так, ну про Тау тут... Дракон дыханьку можешь на что-нибудь, на кого-нибудь? Ага, на Марию можешь, да? Или не знаю на кого. На тебя только получается.
Ну хотя бы так, типа, что ли. Давно, кстати, мы его не видели. Сильнее оно не стало. Всего-то 32. Да, тут будто бы Влад должен был бы помочь, но я думал... Но зря, что он поможет сверху. Так-с. Да, я угадал, эта тварь ходит первой. А значит, от этого мы избавляемся 100%. Хорошо. One left. Нет. Блина. Тупо зафо. Так, можешь его пострелить в задницу? Мне кажется, этого парню мало одной дырки. Что он больно охреневший. Венфина! Венфина! Одумайтесь. Вам залазать. Так, все, юный петушок. В смысле, орел. Лети, лети, блядь, и пизда. Я и забыл, что, господи, что такая херня. Да, на игре смысле. Ну ладно, пофиг. Легкий бой, мы сливаемся. Все по плану. Если вы думали, что план не таков, то... То зря вы так думали, конечно же. Блин, там еще в 100 километрах внизу, блин, так раздражают эти сундуки, на самом деле, вот в этой части. Ну, серьезно, это как бы предметы, которые мы можем купить, но нет, нам их дадут найти. Хотя денег, по сути, заработать здесь не проблема, здесь дают кучу боев, тренироваться можно, и вообще, что хочешь делать здесь можно. Так, старикана, ты можешь вообще добить? У тебя же как бы вроде там что-то. 22, 13, понял. Хотя бы 22 урона-то нанеси ему. Отлично. Хорошо. Старче. А, тут еще Лира-то в стак. Лия под водой тонет. Свои бесполезности в этом бою. Да, и одного вот этого, получается, последнего еще оставить должны. Хотя мы этого-то не добиваем пока что. Ну и сейчас, собственно, не добиваем, да, он бьет Марио, потому что она спиной к нему повернута. Марии придется отойти, потому что, скорее всего, ее дальше будут тоже дамажить. Да. Легко понял замыслы этих дурачков, легко. А, так она даже красотка. Красотка. Убила всех, вообще молодец. Завалила, вынесла просто. Так, старинка. Давай, как ты любишь, по старинке. Ты у нас... Старинка, в глазу песчинка, захилишь? Здорово. Всего хорошего. Пятьдесят. Рублей. 117, окейчич. Так, можем в тебя отсюда стрельнуть, к примеру. Вполне себе, посмотрим. Посмотрим, сколько в спину с высоты дамага нанесется. Нормально, чё. Плюс левелип еще один. Так, о боже, он достиг его. И там будет говно, да? Нет? Не, ну я не... Ни хера себе тень. Ржирел Ридик-то. Все равно там в безопасной зоне обитаешь. Тобой не рискуем. Новый топор дали. Ну... Топористов у меня нет. Надо было сама со старта получать. Желательно его брать. Но если банально у них даже урон хуже, то не знаю. Тут как-то сомнительная затея.
Опять же. Хераш себя защитник. Так, ну что у нас на повестке дня то? А, или минуточку, здесь один был сон. Что-то за херней страдаю. Серьезно, один? One left, one behind. Так, скорее всего, он Влада будет бить. Ну, это логично. Не Марию ж. Ну, а Марию. Потому что Мария почему? Потому что она ранена или что? Она же сбоку стоит. Ну да, ранена. Поэтому он хочет ее бить. Ах, ладно, пускай она ему отомстит. Точнее, не отомстит, отплатит ему за такое внимание. Так, ну, ваш Ласус на то пошло, то главный герой добивает. Нам дали один сундук, ну и хрен бы с ним. Я только рад, что бой закончился быстро. В принципе, он довольно неинтересный, как по мне. Да и с сюжетной точки зрения нам просто дают перекантоваться перед началом, собственно, третьей главы. А вот здесь и будет Градобол. Но что там будет, неизвестно пока что. Пишите свои предположения, если они у вас есть, обязательно делитесь в комментариях, вообще подписывайтесь на канал. Ставьте, друзья, лайки, потому что это помогает развитию канала, хотя бы чуть-чуть, но должно помогать. Будем в это с вами верить. А на этом сегодня мы, в общем-то, и закончим. Узнаем в следующей серии, что будет на Градобол. Хотя, почему? Мы сохранились. Можем-то и сейчас туда тыкнуть. Опять же, заранее посмотреть, что там будет. Но я желаю вам счастья, здоровья, любить себя, любить своих близких. Постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг, потому что этого не делать, то, в общем-то, наша жизнь так и будет становиться хуже. А она зависит друг от друга, как бы это ни парадоксально звучало. И лучше бы у всех все было хорошо, а не плохо. Как по мне, тогда, потому что... Понятно, и опять бандиты, или это вообще-то есть бандиты. А, культ какой-то, да? А, это этот жопошник. Черт, кто ты? Нафига я это озвучиваю, мы же не будем играть. И в конце каждого видео, да и задание, которое может выполнить, собственно, каждый из вас. Завтра, когда вы проснетесь, вы обязательно улыбнетесь и подумаете, что, в общем-то, никакой культ никогда не влиял в вашей жизни, не влияет и влиять, само собой, не будет. Этого просто невозможно и не может произойти. Всем на этом спасибо и до новых встреч. Пока-пока.